Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае не превышает сезонного эпидемического порога. Это сегодня сообщили в управлении Роспотребнадзора. В Красноярске за помощью к врачам обратились около 5500 человек, а во всем регионе 11 тысяч. Это обычные показатели для конца января. Также сотрудники ведомства заверили, что случаев пандемического гриппа, который также называют свиным, у нас пока нет. Хотя возбудитель этого заболевания у некоторых пациентов все же выявлен. В любом случае специалисты предупреждают, при недомогании нужно обязательно обратиться к врачам и выполнять все их рекомендации. Тяжесть, степень тяжести состояния пациента определяет врач. И, естественно, проводится на территории края мониторирование лабораторий, то есть проводится мониторинг лабораторных исследований от больных с подозрением на грипп и РВИ. И если необходимо, будет такая степень тяжести, врач обязательно назначит обследование на грипп.